Мы в Иерусалиме. И сегодня мы приехали сюда, чтобы поговорить с суперизвестной популярной писательницей Диной Рубиной. Книга в моей руке – это новый роман Рубиной «Одинокий пишущий человек». Эта книга вместе с автографом автора достанется одному из вас по итогам нашего конкурса. Условия конкурса мы озвучим в конце этого выпуска, после того, как попросим Дину Ильиничну подписать эту книгу. А прямо сейчас мы направляемся к ней в гости. Поехали! Дина Ильинична, я не буду спрашивать вопрос касательно пандемии и так далее. Я знаю, что вы это не любите. Да. Поэтому я спрошу одним общим вопросом. Это обожаю, обожаю просто. Я спрошу одним общим вопросом. Как прошел ваш минувший год? Знаете, у меня все года, в принципе, проходят замечательно, если выходит книга. Выходит книга, и я отпускаю этот год, знаете, отплывать от себя, вот как пускают в традиции там хлеба, да, по воде. Есть такие обычаи у... Да, совершенно точно, да. Вот пускать по воде, и пусть уплывает, а книга остается. И она стоит на полке. Мне, значит, главное, чтобы мне из издательства прислали там какое-то количество экземпляров. Я вот ближайших там друзей одарю, человек 9-10. И она стоит на полке, и все. И ее можно прекрасно забывать. И думать о новой. И тогда я думаю об этом прошедшем, вот об этих 12 месяцах, или сколько там, 10 месяцев, 14 месяцев. Я думаю с благодарностью. Даже если они приносят какие-то серьезные переживания. А этот год, конечно, принес мерзавец, конечно, страшные переживания. Но все равно для меня, поскольку это внутреннее состояние человека, я ничего не могу с собой поделать. Я удовлетворена, я довольна, книга есть, ура, пока, пока. Ну, о чем мы теперь напишем дальше? Да. Начинаем новое. Скажите, пожалуйста, вы все свои книги в аудиоприложениях озвучиваете сами? Да, это от ненависти. Вот, я и хотел сказать, это потому, что вы считаете, что так, как сможете передать эти эмоции вы, никто так не сможет, или какая-то другая причина для этого? Ну, во-первых, знаете, как мой муж говорит обычно, наша мама шансонетка любит ночью танцевать. Это такая поговорочка, и он уже ничего с этим сделать не может, он комментирует таким образом. Во-первых, я это делаю хорошо. Вот у меня есть такой дар читать. Говорить бог с ним, говорят многие, вполне неплохо. Мало того, я даже еще не выражаю свои мысли довольно коряво, в принципе. Но я умею читать. То, что я написала, я умею читать. Я умею прочесть. Я умею создать сцену, понимаете? Ведь есть огромное количество актеров, у которых хорошо поставлен голос, и они будут читать, не понимая на самом деле, что означает это предложение. Но они его прочтут. А я, возможно, буду там заикаться, но потому что герой волнуется ужасно, или героиня, потому что он ей признается в любви, а на самом деле он любит совершенно другую женщину и так далее, и так далее. Во всяком случае, меня будут слушать почему-то, а актрису или актера нет. Или будут слушать, и потом выяснится, что все равно надо переслушать. Вот, когда я сказала «от ненависти», значит, я это читаю, это, конечно, сурово сказано, потому что есть замечательные актеры, но вы знаете, к сожалению, по-видимому, только автор имеет родственную связь, кровную, с интонацией своих персонажей. Знаете, у меня была, сейчас уже можно рассказать, мой аудиопродюсер, мой друг, мой литературный агент Михаил Борисович Литваков ко мне обратился вот с такой просьбой, потому что Валентин Иосифович Гафт, очень захотел прочитать мою повесть «Двойная фамилия». Да, вот он захотел, и он готовился, и он был уже очень больным человеком, и голос у него уже был натреснутый и усталый. А там ведь в этой повести как бы чередуются монологи. Мальчик, 16 лет, и отец, да. И отец мужик, в общем, молодой и вполне полный сил. И мальчик. И вот, к сожалению, великий артист Гафт
прочел это все своим усталым, оба монолога, усталым, натреснутым, угасающим голосом. И вы знаете, вот я недавно перечитала, я не трогала эту ситуацию, не трогала. И когда Гафт ушел из жизни, я перечитала эту повесть. И теперь сижу довольная. Опять-таки, отплывай. Я перечитала. Не могу смириться никогда, когда кто-то читает мои вещи. Наверное, это какое-то высокомерие с моей стороны. Ну, скажем так, ну все писатели же чокнутые. Это присуще, конечно, людям вашей профессии. Это абсолютно нормально. Нашей профессии, да. Нашего характера, нашего пола, темперамента и так далее, да. Вы в своих книгах всегда очень романтичны. Ой. Да. Ну ладно, я откомментирую это. Насколько вы романтичны в жизни? Ну, во-первых, я же родилась под знаком Девы. Вы никогда не встретите ни одной романтичной Девы. Я сама абсолютно не романтична. Я совершенно прагматичный человек. Как человек в жизни. Я человек, который обязательно купит перед наступлением Нового года новый ежедневник. Который обязательно проверит, чтобы все вот эти вот воскресенье, понедельник, вторник и так далее, чтобы они правильно были все указано, все праздники и так далее, и так далее. Человек, который обязательно на всю следующую неделю пишет расписание. Дело, понимаете? Вот я сегодня в ярости утром ушла из парикмахерской, поэтому сижу без прически и не крашеная. А почему? Потому что мой парикмахер опоздал. Во-первых, я поссорилась вдрызг. Он опоздал на полчаса. Для меня полчаса – это невероятно. Это невероятно для девы. Опоздание полчаса – невероятно. И я ушла. Это дева. Значит, потому что у меня расписан весь день. Вы должны прийти тогда-то. Ну, поскольку вы творческие люди и с аппаратурой. И обязательно я знаю, что будет вот это вот змеиться по всему дому, вот эти вот шнуры, и будет обязательно бить физиономию прожектор. Я оставила на вас побольше времени. Вот. Но это никак не монтируется с романтическим, так сказать, качеством характера, с романтическими ухватками, с романтическим базисом таким характера. Но открывается новый файл, и начинается работа над новой книгой. И там есть автор, или автора нет, я имею в виду фигуры автора, а есть герои. Там есть любовь, там есть взросление, там есть старение, там есть уход из жизни. И все это весьма романтические категории. Так вот, когда я пишу это, вот тогда я абсолютно романтик. Абсолютно. Если бы, допустим, жизнь сложилась так, что вы бы не стали писателем, кем бы вы были? Может быть, актриской. Может быть, нет, но я так пренебрежительно отзываюсь. На самом деле, я могла бы быть... Потому что музыку вы терпеть не могли. Ну, во всяком случае, мой характер и мои руки, которые меня всегда подводили на экзамене, по-видимому, я не смогла просто. То есть, ну, я могла бы быть, наверное, учительницей музыки. Собственно, я и была год где-то после окончания консерватории, я была учительницей музыки. Вполне возможно. Но характер и вот это вот, знаете, гейзер внутри, который распирает натуру и диктует какие-то немыслимые, да, выбросы энергии, по-видимому, нет. Все-таки какая-то творческая профессия. Вполне возможно, что это был бы, возможно, это были бы глина, терракота и так далее. Я в подростковом возрасте очень хорошо лепила. Но папа сказал: женщина-скульптор через мой труп. Сказал папа-художник. И, знаете, всегда писателю кажется, что кем угодно, только вот не писательством. Потому что страшнее этого ничего нет. Почему? Ну, Виталий, потому что это страшно. Потому что это... Вот у меня последняя книга, о которой я как раз рассказывала, она самая толстая моя книга, ну, за исключением трилогии. Потому что трилогия – это все-таки вавилонский такой зиккурат, да?
Она толстая очень книга, и мало того, я все-таки еще и не договорила там. Называется «Одинокий пишущий человек». И она как раз про то, что такое писатель. Что это за личность такая, пограничная всегда? Что это за человек, который балансирует на грани реальности, фантазии, ночных ужасов, восторгов непонятных почему над каким-то словосочетанием, в то время как там, я не знаю, мать лежит в больнице, да? То есть пограничная личность. Это мучительная жизнь, прекрасная и мучительная. Вот. И вот всегда кажется, что нет, ну кто угодно, кто угодно. Вот я говорю, например, своей дочери, говорила, сейчас-то она археолог, да, но я всегда говорила, ну ты же так хорошо рисуешь, ты же так хорошо рисуешь. Ну давай, ведь надо, да, Бецалель туда-сюда. А папа говорил, что угодно, только не художник, только не скульптор, потому что он на своей шкуре понимал и знал, что это такое. Мучительная штука искусства, она всегда вынимает душу. Оно всегда не дает быть здесь и сейчас. Ты всегда где-то. Ты всегда находишься в это время, ты едешь, я не знаю, вьются тучи где-то, да, невидимка и луна и так далее. Да, ты постоянно обдумываешь что-то, ты не можешь остановиться, ты не здесь, не сейчас. Я сажусь с утра работать, и мой муж просто заходит сказать, я пошел наверх, у него мастерская наверху, я пошел наверх. И я на него смотрю, и что-то он говорит, я пошел наверх. Я говорю, зачем ты сюда явился, говорю я. Почему ты грузишь меня? И человек пришел сказать, я пошел наверх. А он встревает в такт дыхания, да, моего, когда я там описываю, я не знаю, там, свадебное путешествие, к примеру, да, или похороны, к примеру, и так далее. Ну, вообще, да, писатель и художник, конечно, под одной крышей, это, наверное... Это такая смесь. И да, и нет, потому что мы все-таки как-то занимаемся сами собой, и мы разбегаемся в разные части света, и как-то так вот работаем, сидим и так далее. Нет, я довольно часто читаю, например, что-то только что написанное. Писатель должен быть интровертом? А по-другому не получится. Я не представляю экстраверта. Я просто не представляю прозаика. Поэт – совсем другое дело. А почему поэт, да? О, поэт, он же постоянно подпитывается ритмом. Он все время, там у него что-то звучит. Он должен обязательно прочесть тебе, ему, всем. И вот там, он идет к остановке. И его шаг соответствует дыханию там, этой фразы и так далее. Это совершенно другие люди. Это люди общества. Это люди компании, им надо проорать, им надо проговорить, им надо продекламировать это. Нет, прозаик, он сидит, у него там каша заваривается, у него заваривается каша, у него главный герой психиатр, который только что, а друг его психиатр рассказал несколько случаев совершенно потрясающих, и он должен вот сейчас вот это вот, нет, эта фраза не годится, надо вычеркнуть, ну что вы, поэт, конечно, он сидит и работает над фразой, но вот он ее написал, эти 16 строчек, понимаете? И сразу кому-то рассказал. Ну, о чем вы говорите, мне звонит Губерман. И говорит, старуха, я тут стишок написал, по-моему, гениальный. И читает. И я хохочу, всегда хохочу. Во-первых, смешно, во-вторых, я его люблю. В-третьих, талантливо. В-четвертых, он хочет услышать этот смех. Понимаете? Так что вот так. Чего, по вашему мнению, боится сегодня современный писатель? Он боится проклятого, неистребимого спрута по имени Всемирная сеть. С одной стороны, он, конечно, страшно рвется, чтобы как можно большее количество людей поставили, как это вот это жуткое слово, между лаять и лакать. Лайк, значит, поставили вот это туда-сюда, чтобы ему написали, чтобы как можно больше. Хотя на самом деле он мечтает только об одном, о настоящей
бумажной, желательно изданной в серьезном издательстве, желательно хорошо изданной, желательно отредактированной хорошим редактором книги. Книга, книга. Хотя никакая книга не предоставит ему тираж, не знаю, там, миллион экземпляров. Например, если вдруг, скажем, удалось и так далее. Но писатель боится, конечно, этой сети. Он боится, что все улетит, понимаете? Потому что когда мы пишем что-то, и она рождается, эта книга, вот этот том, и там открываешь, и там «я же сказал тебе, что я не пойду в кино!» Да, я ей это написал в феврале, я помню, в феврале написал. Это существует, понимаете? Это существует. А там где-то, знаете, ну просто больше скажу, вот я тебе скажу, что. Мне дочь присылает удачную фотографию моих, на WhatsApp, удачную фотографию моих внуков. Я никогда не оставлю там. Я всегда пошлю себе на электронную почту. Вот она уже есть. Потом я записываю на флешку. Я пойду, и она у меня стоит на полке. Вот они. Я не должна никуда лезть, я не должна ничего включать. Ну, на полке вы можете поставить только 5 фотографий, ну 10. У вас там не может быть сохранен альбом на 300 или 500 фоток. Я не люблю 300, 500, это уже не мой, это абсолютно не мой... А как постирать, когда вот и это нравится, и то нравится, и вот это вот красиво? Вот нет, я человек очень, очень суровый, я дева, я человек пунктов. Вот этот пункт, и я это вычеркнула уже, я поставила звездочку. Удалили без сожаления. Все, я удалила без сожаления то, что прошло. Я вообще человек абсолютно, совершенно не трясущийся над своими воспоминаниями. Мало того, поскольку они у меня перерабатываются все в прозу, то они как бы становятся менее рельефными, чем у обычного человека. Вот эти воспоминания присутствуют в другом качестве, в настоящем, переработанном, оформленном, обрамленном, сделанном литературой. Все остальное не важно. Ваше здоровье. Между прочим, по поводу вашего здоровья. В Ташкенте, в Чайхане, очень многие, так сказать, жители местные наливали в чайник водочки. Да, это я помню, конечно. Да. А когда снимали фильм обо мне, и была такая сцена, как Губерман приходит в гости. Приходит в гости Губерман, и мы сидим и пьем, но снимали, по-моему, для Первого канала. И режиссер, и сценарист были, они сказали: «Игорь Миронович, мы только просим, значит, вот, ну нельзя выпивать. Выпивать нельзя». И он сказал: «Ну, ребят, я просто поворачиваюсь и ухожу». И тогда мы придумали, мы коньячок налили как раз по цвету. И это было совершенно замечательно. Он пил чай, и когда ему подливали, говорили: «Еще?», он говорил: «Нет, нет, спасибо, кто же это выдержит?» И это так в кадре осталось. Были ли какие-то из ваших романов автобиографичными? Ну, например... Например, в повести «На верхней Масловке» я описываю признание в любви молодого художника над обрывом в виду, так сказать, маленькой церквушки, горящей от заходящего солнца и так далее, и так далее. Я это придумала как бы, но на самом деле взяла из жизни, потому что так мой муж признавался в Каменец-Подольске мне в любви. Понимаете? И поэтому что это? Биография? Я же пишу совершенно про другого художника. Нет, это не автобиография, это не биография. Это просто абсолютно все мое существо, растворенное в любой букве, которую я пишу. А вот я помню, что однажды, когда вы были у Урганта, вы рассказывали, что какая-то дама подала на вас суд за то, что вы описали ее мужа как алкоголика. Это, кстати, было не из романа «Камера наезжает», у вас там был один узбек, который был... Нет. Но у нас не один алкоголик на свете. Не, я просто вспомнил именно вот этот вот, именно этот роман. Нет. И причем я его не изобразила алкоголиком. Я изобразила человека очень симпатичного,
человека со своими замечательными качествами жизни, со своей биографией. Речь шла о Саше Белоусове. Он был ныне покойный, совершенно замечательный человек. Это был русский мальчик, который в Самаре попал в дом там, к своему учителю, который научил его идышу. Он был страшно талантлив в языковом отношении. Он выучил иврит, идыш. Он прекрасно знал испанский, английский и так далее. Ну, плюс он еще и пел. У него был хороший тенор. Он выходил иногда петь на Бен и Гуду. Это просто была как бы некая история рассказанная. Потому что к нему подошел один там, из Миашиарим. Саша любил петь такой хазанут. Он пел идышистские песни и прочее. И это было красиво. Вот этим вот текучим таким тенором. А подошел к нему человек в эту субботу, малаха и меховом, и сказал: «Сын мой, сказал он, тебе бы стоило надеть кипу». А Саша, будучи человеком честным, сказал: «Ну, кипу одеть дело нехитрое, но это будет нечестно, я гой». Это сказал сын мой: «Ты не понял. Я сказал надеть кипу, а не снять штаны». И вот это совершенно замечательная история, которую мне рассказал Саша сам. Мне рассказал Саша. Я где-то упомянула, что он любит выпить. Конечно, безусловно, любил выпить, как огромное количество людей, боже ты мой. Вот. Но почему-то это задело его супругу и так далее, и так далее. Ну, мало ли, боже мой, ну, писателя судят все. А чем там закончилось все в конечном итоге? А меня оправдали. Меня оправдали. И сколько же она хотела получить с вас за... Много-много. Там называлась безумная цифра, которая никогда у меня не то что в кармане, не то что в банке, в мечтах даже не было. Безумные больше какие-то деньги. Шекелей. Больше, больше, больше. Там 250 где-то, что тысяч. Вот, да-да-да. Вот. Ну, и, ну, она же и заплатила судебные расходы. Потому что, да. Но дело не в этом, понимаете? Я ее понимаю. Я ее понимаю. Человек, который не видит красоты в каких-то сценах жизни, цепляется к каким-то деталям. Она не хотела, чтобы ее муж выглядел вот так-то. Она хотела, чтобы он выглядел совершенно иначе. А для того, чтобы избежать этого, писатель сам должен о себе говорить: я мерзавец, я алкоголик. Ну, как я говорю, например, я старая, толстая стерва. И поэтому мало кто может что интересного написать про если меня. Если что, я предупредил. Да. А вот в другом интервью я так просто хочу уточнить какие-то моменты, которые мне интересны из ваших интервью с другими журналистами. У Гордона, если я не ошибаюсь, вы отмечали в какой-то момент русских классиков, Тургенев, Чехов, Набоков и так далее. Кого бы из современников, из современных писателей, живущих ныне, вы могли бы отметить? Вы знаете, дело вот в чем. Дело в том, что я сегодня своему врачу замечательному там написала историю с моим сыном, там проблемы, и он пишет: можно я позвоню, Чукча не писатель, не читатель, да, и так далее. Вот, Чукча, когда он работает особенно над своим каким-то новым текстом, он боится читать современников. Текст современника очень опасен. Не потому, что я немедленно вот интонацию Пелевина приму и так далее, и так далее. Он внедряется вот в этот мир, который выстраивает, скажем, писатель. Писатель выстраивает свой мир. Он может читать все что угодно, классику, потому что она совершенно в другом измерении находится. Да? Она совсем в другом измерении. Он может читать какую-то биографическую книгу, какую-то справочную книгу про дебри Амазонки и всякое такое. Это не имеет никакого отношения к этому миру. Но писатель, который живет здесь и сейчас, да еще не дай бог, в той же самой стране, например, он опасен. Он опасен фактом существования. Пусть он живет там. Этот лев разгуливает по своему ареалу, не подпускать его близко. Это я, конечно, с долей шутки говорю. Да. В настоящее время существует очень много талантливых писателей. Собственно, я не могла бы назвать
ни одного периода, где бы, когда бы не существовало довольно много талантливых писателей. Да, и Пелевин, да, конечно, там и Прилепин, да, Леня Языфович, конечно, каждый все. Я нахожу вдруг, значит, нахожу совершенно неожиданные какие-то вещи, там вот мне уже сколько раз, опять же, мне надо много раз сказать. Много раз. Прочитай Марину Степнову. Окей, хорошо, Марина Степнова, хорошо. Прочитай Марину Степнову. Прочитай «Женщины Лазаря». Прочитай. Тут я недавно смотрю, значит, выскакивает в этой в электронной читалке, там читаете, там слушаете и так далее. Я начинаю читать. Блестящая вещь. Блестящая. И я через своего Мишу Литвакова, аудиопродюсера, который тоже записывает Марину, на аудиодиск, я пишу ему: «Мишенька, передайте Марине, я читаю ее «Женщину Лазаря», я в восторге, совершенно замечательная книга». В восторге совершенно. Вдруг недавно перечитала чуть ли не всего Войновича. А ведь знакома была с Владимиром Николаевичем. Но когда-то давно читала, естественно, Чонкина, естественно, там какие-то книги, давно. Надо обязательно перечитывать. Вообще для экологии своего языка достаточно 400, 400, 500 замечательных отборных книг. Ей-богу, достаточно. Их можно перечитывать всю жизнь. Ну, как скажем, там, не знаю, сотню там, классики, еще что-то вот. То есть это формирует... Это формирует язык. Язык, это формирует интонацию, это формирует ощущение мира. Это формирует такой душевный внутренний комфорт, при котором тебе не страшно садиться и начинать с новой, абсолютно новой фразы, абсолютно новую вещь. Самое страшное для писателя на свете – это выступление в книжном магазине. Знаешь, почему? Рука отваливается после автографа? Нет, это физическое утомление. Это физическое утомление, тут ничего не поделаешь, это радостное физическое утомление. Не, я говорю о настоящем депрессивном ощущении. Вот депресняк такой фиолетовый, вот почему? Потому что ты заходишь, ну, я не говорю о каком-нибудь здесь здешнем небольшом уютном русском магазинчике, где стоит там, я не знаю, там, ну, там 15 там, тысяч русских книг. Нет, я говорю о магазине «Москва», я говорю о магазине на Арбате, я говорю об этих многоэтажных чудовищах, когда ты заходишь, и ты понимаешь, что до хера этих книг накропали, чего ты там еще что-то, какая там фраза, которую ты вчера там начала, и тебе казалось, да, вот это интересно, вот это вот было бы интересно, да. Ни черта. Вот это вот... Конвейер. Это не конвейер, это немыслимое количество людей, которые на протяжении истории мировой культуры писали и издавали хорошие или очень хорошие, или выдающиеся книги. Я вижу татуировку и вспоминаю дочь свою. То есть вспоминаю, она живет в соседнем доме. Она, значит, тоже там чего-то себе вот это все там туда-сюда. Я говорю, да лицо, только не трогай, пожалуйста, я не очень прошу. И недавно, значит, она говорит, знаешь, мам, я говорю, знаешь, вот главное, вот когда старый человек, уже совсем старый человек, под 100 лет умирает, главное, чтобы вот я говорю, когда я буду вот совсем старой, если я доживу, меня не возвращают. Никак, никаких вот тех аппаратов. Она говорит, знаешь, люди делают татуировку. Я говорю, ну это же больно, наверное. Татуировку. Я прошу меня не реанимировать. Не реанимировать. Наказ потомкам? А, да, ну как, почему? Не только потомкам. Нет. Упал на улице. Первым делом. Что? Массаж сердца. О, прошу не реанимировать. Ну все, вернее. Слегка. Пока-пока. Вот. Я говорю, ну это, наверное, больно. Как бы это. Она говорит, я тебя познакомлю, мам, с моей татуировщицей. Еще в одном интервью вы, кстати, не только в интервью, вы это и в своем романе тоже говорили, что вы всегда узнаете ташкентцев по хорошему русскому языку. Да, это моя любимая тема. С чем это связано? Ну, это как раз очень легко объяснимо. Во-первых, Ташкент – русский город всегда был. В конце, где-то в 60-х годах
19 века, Туркестанский край, огромное количество русских офицеров. Это все были люди, которые замечательно были. Да, почему именно Ташкент, допустим, там не Киев, Минск или... Нет. Минск, кстати, гораздо более чисто говорил, без интонации, я имею в виду интонацию, чем Киев. Киев все-таки, там все-таки там вот эти вот интонации есть. Вот это вот на украинский есть интонация, такой суржик, вот это есть. Ташкент совсем другое дело. Последнее вливание чистого русского языка – это эвакуация. Это люди, которые остались в Ташкенте после эвакуации. Это свердловчане, москвичи, ленинградцы, да кто угодно. И огромное количество замечательных преподавателей русского языка. Вы часто рассказывали про район в Москве, в котором вы жили, про Тушинский район, про эту газету антисемитскую, в которой были обклеены все остановки, про какие-то случаи травли вашего сына в школе и так далее. Вот вы приехали сюда в каком году? В 90-м. В самом начале 31 год будет. Да. Вы приехали в 90-м году, и в принципе вы, ну, мне как бы сдается, что вы поняли сразу, что здесь вы также чужая. То есть здесь такая же агрессия против русских, которые приехали оттуда. Не чужая. Не было ли ощущения смены шила на мыло? Нет, не так. Не шила на мыло. Было ощущение нахождения между двумя мирами. И оно продолжается, между прочим, до сих пор. Но, тем не менее, все-таки я никогда чужой здесь себя не ощущала. Я ощущала себя в конгломерате огромного количества людей. Я вполне могла... Я слышала все, что угодно здесь, по своему адресу. Разумеется. Безусловно. И я всегда отвечала. Потому что я имею право здесь быть точно так же, как и кто-то другой. Поэтому я всегда отвечала. Там, в России, я не была уверена, что я имею на что-то право. Хотя я по своему как бы русскоязычному, русскокультурному, русскодышащему, русскочувствующему ощущению и праву, я просто была совершенно местным человеком в России. Да? Это обычная трагедия писателя-эмигранта. Все остальные, конечно, проходили этот этап, безусловно, как любой. Я вас уверяю, что марокканские евреи, которые сюда попали в 50-х годах, и в отличие от нас, которые все-таки, ну, снимали квартиры нормальные, ну, хорошо, окей, мы жили в вагончике на сваях, ну, годик. А потом мы все-таки переехали, и это была все-таки квартира. А они жили просто в железных бараках. В землянках, в железных бараках, в палатках. Йеменские евреи в палатках жили. Это такая страна, понимаете? Это страна эмигрантов. Она очень-очень-очень трудно строилась. Вот. Поэтому я спокойно, к этому я относилась спокойно. Обиды, они были другие, культурного плана. Но все равно это были всего лишь обиды. Понимаете, это не была агрессия. Агрессия была тогда, когда на станции метро... И буквально за секунду до того, как вот моего мальчика ударили, я его просто сгробастала, и мы ринулись вот в этот переход. По-моему, это было метро «Чистый бульвар». Да. «Чистые пруды», да. Вот. Здесь не агрессия, а неприятие, например. Неприятие, нежелание там чего-то. Опять-таки прошло много лет. Понимаете? Например, да, там сегодня у моей... уже по-другому все. Я просто другим путем. Наши 90-е. Да, конечно. Но другим путем. Каким путем? Переженились, общие внуки. Понимаете? Вот у меня, например, мои сваты, они... Это старая семья, я имею в виду, это уже третье поколение в Израиле. И, значит, один дед моего зятя из Словении, второй из Польши, одна бабушка из Венгрии, вторая из Чехословакии, из Чехии. Вот. Это целая вот такая вот
совершенно какая-то вот такая вот смесь. То, что называется в Израиле кибуц галуйот. Совершенно точно. А у моей приятельницы обе дочки замужем за марокканскими ребятами. Очень хорошие мужья, очень хорошие отцы. И что они уже будут делить со сватами общих внуков? Это обычное течение жизни. А вот антисемитизм в России – это другое, это другая тема. Это неизбывно. Как антисемитизм во Франции, как антисемитизм, боже мой, в Польше, например, в той же самой. К этому надо относиться с пониманием. Это надо понимать. Это неизбывно. Скажем, может прийти к власти некий правитель, который гораздо более мягок, например, в этом смысле. И тогда в структурах властных, в структурах чиновничьих антисемитизма как такового нет. Ну вот мы сейчас наблюдаем вот это вот в России. Как такового антисемитизма, в принципе, явного, да, ну не явного и не явного, нет. А в народе он есть. В народе он обязательно есть. Нет ни одной передачи, чтобы не было какого-то комментария на эту тему. Понимаете? Все, что угодно я могу читать о себе, и бездарная жидовка, все, что угодно. Я абсолютно отношусь к этому не то, что спокойно, а удовлетворенно. Человек высказался, ему это, вот этот выплеснуть этот гной очень важно, ему не втерпешь, он должен это сказать. А я здесь у себя, вот здесь, в своем доме, в Иудейских горах. А в принципе, если мы говорим про антисемитизм вообще по миру, вы очень много летаете, ездите, вы много где бываете. Насколько сегодня эта ситуация отличается от того, что было, скажем, 30 лет назад? Очень отличается, да. Сегодня очень обостренная ситуация. То есть очень это обостренная. Еще более обостреннее, чем было раньше? А в то время она была обостренная в России, например. Ну, потому что в России было плохо. Было голодно, было мрачно, было плохо. Когда голодно и мрачно, антисемитизм всегда вылезает наружу. Что-нибудь одно. Понимаете, он лезет наружу, когда народу плохо. Обязательно ищут виновных. Виновного надо найти обязательно. Вот. Но ни во Франции, там, ни в Германии в то время это еще не было так жутко. Потому что сейчас антисемитизм все-таки имеет какую-то абсолютно явную компоненту мусульманскую, безусловно. Безусловно. Сейчас антисемитизм университетский. Сейчас антисемитизм интеллектуальный. Сейчас он имеет очень разную, всяческую такую пеструю подоплеку. А раньше это был удел, ну, простого народа, плебса, быдла. Нет, сейчас интеллектуальное быдло может нести этот антисемитизм. Когда продвигает эту идею. Да, да. То, насколько вас затрагивает ситуация в странах, где вы жили раньше, то есть, допустим, в России, в Узбекистане, следите ли вы за тем, что там происходит, какие-то политические коллапсы, которые там случаются? Ну, например, недавно вот волна митингов в связи с расследованием Навального, с его ареста и так далее. Скажем так, для меня обязательно каждый день, конечно, прочитывать какую-то ленту новостей. Это важно мне как писателю, это мне важно как все-таки как человеку, который пишет на русском языке и, главное, издается в России. И издается в России для русского читателя. Понимаете? Вот. Мне это важно. И потом мне это интересно. Мне действительно интересно. Я даже, знаете, немножко скучаю без такого длительного проживания там. Вот когда мы вернулись в 2000 году для работы в Сахнуте, вот эти годы, три года, с 2000 по 2003, мне дали очень многое. Я как бы опять стала понимать шкурой, не просто там вот прочесть новостную ленту, я стала понимать шкурой события, подоплеку событий, причин. Да. И это было ощущать не только вокруг себя, ощущать причину этих событий. Вот, это было для меня, это было важно. Конечно, да, Узбекистан немножко другой. Все-таки я его покинула очень давно, ну, 40 лет назад, слушайте. Хотя мне всегда очень хочется, чтобы там было по-прежнему так же тепло и замечательно, как было в мое время.
Правда, на вопрос по поводу Навального и митинга вы не ответили, но хорошо, окей. Я не люблю политики. Я понял. Я люблю рассуждать. Нет, я сейчас, я могу даже объяснить. Я могу рассуждать только просто о том... Это очень горячая тема как бы вокруг. Не на все горячие темы я тороплюсь, так сказать, отозваться. Во-первых, потому что надо очень хорошо понимать все рычаги ситуации. Надо понимать все приводные ремни, ощущать. Я это не совсем ощущаю. Да? Я не совсем ощущаю. Я против абсолютно, я в чудовищном абсолютно шоке, что человека можно схватить и посадить, и запереть, и так далее. Да, я смотрела фильм про дворец. Знаете что? Я недавно смотрела замечательный фильм. Не так, это даже не фильм, а как это изображение, CD, там чего-то, когда из пола вдруг хлещет волна, и на волне поднимается акула в спортивном зале. А, окей. В спортивном зале, да? Я просто знаю, я вижу, как просто что-то сделать в интернете. Как это здорово можно сделать. Поэтому я... как писатель, как человек, который любит пощупать, вот эта керамика, а это орешки, вот замечательно, она прекрасна, вкусно, я люблю пощупать. Убедиться самой. Да. Окей, это ответ. В интервью как раз у Иры Шихман, я просто помню, как вы, с какой гордостью вы говорили о нашей стране. Я люблю Израиль. Да, нет, я тоже, безусловно, люблю Израиль. Поэтому я никуда отсюда, в принципе, не собираюсь уезжать. Вопрос в другом. А что вам не нравится в сегодняшнем Израиле? Я могу спросить, я гражданин этой страны, я думаю, что как бы... Ну вот это вот как раз не нравится. Что? Мне не нравится вот это чисто национальное желание обязательно... знаете, это я должна сформулировать. Я, пожалуй, должна сформулировать... Упоенность собой в каждой отдельной личности. Упоенность своей правотой. Каждый человек прав. Он будет доказывать, что он прав. А в английском языке, в Америке, есть такая фраза, они говорят, просто сделай. Они говорят, просто сделай. Есть какие-то простые, да, просто сделай. Есть какие-то абсолютно простые вещи, да. В стране бушует пандемия. Простая вещь. Ужасная и простая вещь. В отличие от очень многих стран, сюда привезли огромное количество спасения, вакцины. Просто сделай. Пойди и сделай, если ты не умираешь от анафилактического шока. Например, как моя подруга. Она долго боялась, и все-таки потом пошла и сделала позавчера. Вчера умирала, сегодня уже лучше. Просто сделай. Не только потому, что ты останешься в живых, а просто потому, что ты никого не убьешь. Ты же можешь убить кого-то. Кому там, не знаю, 87, и человек умрет, а он вполне мог жить еще 10 лет и так далее. А стариков мы, над стариками мы трясемся, у нас такая традиция, в общем, не отводить стариков в горы или не бросать со скалы, да, а трястись над своими бабушками, дедушками, там, мамами и папами и так далее. И так далее. Вот и поэтому... Вот эти вот профессора, да, которые выступали и объясняли, что это просто грипп, но первыми побежали делать прививку. Я знаю просто этих людей. Вот, вот это вот все. Мне не нравится то же самое, что не нравилось Моисею. Тут мы с ним солидарны. Жестоковыйность, неуступчивость, невозможность что-то сделать без того, чтобы не сделать по-своему. Огромное количество этих партий, огромное количество политиканов, которые рвутся к власти, хотя они прекрасно понимают, что они не способны это делать. Ну, человек, который, не знаю, не имеет образования, он не должен рваться к власти. Ну, например, ну, да? Я дерусь просто, и так потому далее. Что я дерусь. Я дерусь, потому что у меня гормоны, а в еврейском народе гормонов до хрена, понимаете? Очень много серотонина, солнца много, да, очень много дикого вот этого желания сказать и очень много глупости, потому что, знаете, очень много идиотов.
Это ведь большое заблуждение, да, что все евреи умные. Да? Это заблуждение антисемитов. Огромное количество идиотов и так далее. Но все это входит в компоненту моего восприятия страны. И когда я долго этого не вижу, например, там, в долгой поездке где-нибудь в какой-нибудь Америке по 39 городам, я страшно начинаю скучать. Я начинаю понимать, что лучше уже это, чем то. У меня так же. Да, если я куда-то лечу на неделю, то на шестой день я уже все. Да, да, все, уже поехали домой, домой, домой. Да, домой. И вот это вот, ты помнишь, когда снижается уже самолет, да, и ты еще и хамсин, и все пыльное, блин, а ты из Италии, а все, ничего не видно, а там такое, там Лаго Маджоре, и там такие горы, и там такое небо, и там такое, думаешь, слава Богу, слава Богу, ты дома, и ты выходишь, да, и думаешь, да, вот это вот там, где надо жить. Все так. В 2013 году у вас был текст для акции «Тотальный диктант». Да. Который запретили из-за якобы наличия мата в одном из ваших эссе. Это в Ульяновске. В Ульяновске. Да, 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 да. Вся страна писала. Тут, кстати, одна журналистка, вот я процитирую, написала: неужели в России нельзя найти более русского писателя? А в прошлом году вы стали лауреатом премии именно этой области. Совершенно точно. Нет, я стала лауреатом премии имени Гончарова. Да, но именно в этой области. Ну, они там учредили эту премию, да, 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 да. А журналистка это с такой забавной фамилией, да, да, тоже непристойной. Да, там что-то такое связано тоже, по-моему. Я помню, что там какая-то фамилия была... Смешная, да. Да, да, ну что ж... Не банальная, не Иванова какая-то. Не банальная, да. Ну что ж, ну мы же говорим вот сейчас вот об этом, что каждый человек имеет право быть антисемитом тоже, безусловно. Нет, она ладно, она черт с ней. Мне интересно, вот это совпадение, что вы получили премию именно в этой области, то есть может быть... Это совпадение, но трагическое, скажем так. Почему во всяком трагическое, потому что именно тот губернатор, которого науськали запретить этот текст, он должен был вручить мне эту премию, и он вручал. И я, знаешь, была, я была очень милосердна, я улыбалась, я говорила что-то, какие-то приятные слова. Я просто знаю, что всякое может быть. Вот человек, губернатор, он очень занятой человек. Он занятой человек, конечно, он не читает никакого текста. Ну, конечно, он не читает произведения там, этой писательницы. Зачем ему читать вообще эту писательницу? Он вообще забыл, когда в школе он учился. У него там горящие какие-то проекты. Губернатор области. И он парится в баньке, там, не знаю, с какими-то членами Союза писателей. И эти члены ему сказали, что я употребляю слова неформальной лексики. Вот, я абсолютно уверена, что губернатор, как нормальный русский человек, точно так же употребляет те же самые слова. Потому что мы с ним, так сказать, русскоязычные люди. Вот, и он пошел по неправильному пути, он поверил им, а надо было поверить мне. Кстати, насчет ненормативной лексики, вы в курсе, что с 1 февраля в России издали закон, запрещающий мат в сети? Да, я читала. Я думаю, что это один из таких вот кукурузных законов. Это, ну, как выращивать кукурузу. Ну, не получается. Там не подходит почва, не подходит темперамент, не подходит. Ну, в России ничего невозможно сказать без мата. Потому что это очень органичная структура в языке. Здесь можно, например... Я повторяю, серотонина много, солнца много. Вот много как бы вот этой вот экологической, эмоциональной сферы. Можно там кричать, что-то такое. В России иначе совершенно. В России, чтобы выразить это, особенно взрыв, например, эмоций, ну что ты там скажешь? Скажешь человеку там негодяй, это все жидковато. Скажешь подонок, это уже лучше. Ну, тоже. А вот скажешь, как положено, и человек поймет. И тебе легче. Дойдет же. И тебе легче. Дойдет, конечно, дойдет, безусловно. Вы следите за статистикой продажи своих книг? Ну, для этого существует издательство. Для этого существует мой литературный агент.
Для этого существуют данные, которые магазины поставляют. Не только магазины, электронные магазины и так далее, и так далее. А по-настоящему статистика становится известна, когда ты работаешь с каким-то одним крупным издательством. Вот издательство «Эксмо» — это, пожалуй, самое крупное издательство в Европе, пожалуй, так, если не в мире. Гигантское издательство. И вот они издают меня уже почти 20 лет, ну, 18. И за это время совокупный тираж моих книг перевалил за 10 миллионов. 10 миллионов? 10 миллионов. Это не самое большое, что можно представить себе. Гарри Поттер гораздо более... Да. Если мы сравним, скажем, начало нулевых 20 лет назад и сегодня, когда писателю было проще заработать? Начало нулевых, безусловно, конечно. Опять-таки, смотря какому писателю, опять-таки, смотря, что он делает, этот писатель. Но тогда продавались книги, но не было, в принципе, аудиокниг, которые... Нет, Виталий, это у нас вопрос, который не совсем в жилу задан, потому что это зависит от той точки, в которой находится жизнь этого писателя. Ну, плохое слово «карьера», но назовем, да, литературный путь этого писателя. Да? Скажем, в 2000 году я была достаточно известным писателем, но... У меня только-только началось как бы возвращение моих книг в Россию. У меня только-только началось вот увеличение тиражей. Я только-только познакомилась с моим покойным другом и редактором Надеждой Кузьминишной Холдовой, которая пригласила меня в «Эксмо». «Эксмо» только-только приняло, так сказать, мое имя и мое приданное из в то время, надо сказать, только двух романов, там, нескольких повестей, каких-то рассказов. Это было 20 лет назад. Но заработать... Было проще. Во-первых, не было таких чудовищных рогаток разных, самых разных, налоговых, строгих, самых разных, банковских строгостей и так далее, и так далее. Вот, во-первых. Во-вторых, можно было ездить везде, можно было выступать. Сейчас это немножко иначе. Но и в то же время, конечно, сейчас я зарабатываю больше, потому что я в другой точке своей биографии, в другой точке своих тиражей. А когда писатель выступает, в чем, собственно, заключается выступление? Ну, это у каждого человека по-разному. Есть писатели, которые просто сидят за столом и отвечают на вопросы. Это выступление писателя вполне. Я даже думаю, что это наиболее типичное выступление наиболее типичного писателя. Ему задают вопросы о творчестве. Поскольку очень много лет кормилась за счет этого и кормилась семью за счет этого, еще в то время, когда не было таких тиражей, когда я прожила 10 лет в Израиле, и каким образом я сама издавала книгу свою, сама посылала, я не знаю, там посылками в Америку, выезжала туда, 30 выступлений, и продаешь ты эти, там, я не знаю, 8 посылок с книгами. И так далее. Это совсем другое. Сейчас мне не нужно ничего никому посылать. У меня вечно нет книг, потому что издательство «Эксмо» издает мои книги, продает мои книги, а мне авторские там экземпляры и так далее. Вот. Поэтому мои выступления, они, понимаете, я должна была продать этот товар. Ну вот латошник кричит: «Подходи, народ, свой огород, половина сахар, половина мед», да, на этом самом, на рынке в Ташкенте. «Диня, подходи, Диня, сладкий пакпай». Я помню, как Игорь Миронович однажды, мы были совершенно тогда еще, 93-й, по-моему, год, вышла только моя первая книга, я заплатил издать это... Министерство абсорбции писателям выдавало кусочек денежек, надо добавить было свои, и вот тогда вышла моя первая книга здесь, тираж аж 1000 экземпляров, ну, для сравнения, первый тираж там моих книг в России 120 тысяч, там, и так далее, 1000 экземпляров, и надо было выступать в домах культуры, да, и, в Матнасах. И надо было продать за 10 шекелей книгу и надписать. И я помню, что мы были на ярмарке искусств
в замечательном таком парке, заповеднике, где-то в районе Мадиина, заповедник израильских вот этих растений, всех библейский заповедник. Библейский заповедник, да. Да, библейских растений, да. Вот. И туда пригласили писателей тоже продавать свои книги. И мы стоим с Губерманом, он стоит с пачкой моих книг, я стою, он говорит: «А чего ты не продаешь?» Я говорю: «Ну, я продаю, как-то не очень продается». Говорит: «Подожди», взял книгу. «А вот кто считает себя интеллигентным человеком, покупайте новую книгу Дины Рубиной». Вот так вот надо продать. Поэтому продавать надо весело. Значит, я читаю какие-то отрывки, и смешные желательно. Никто не может слушать прозу долго. Это не стихи, это проза. Ею можно отравиться, когда долго слушаешь. Вот, поэтому рассказываешь, травишь байки, притоптываешь. Я вот, к сожалению, на гитаре не играю, а надо было бы еще и поиграть. И так далее. Если писатель успешен, и роман потенциально успешен, за сколько его можно продать? Каждый писатель стоит своих денег. Каждый писатель ведет этот разговор, это очень серьезный разговор, это торговля наедине с не редактором, не с издателем, а с именно заведующим того отдела, который планирует все это. И каждый писатель знает свою цену. Он каждый год с каждой новой книгой пытается эту цену поднять. Тот человек, который сидит напротив, пытается объяснить, что особенно сейчас, сегодня, ужасная ситуация, бумага выросла в цене, автобус не туда идет, и так далее, и так далее. Склады, так сказать, забиты и прочее. Вот, поэтому это нелегитимный вопрос, никто вам не скажет. Ну, я, собственно, так и думал. Ладно, тогда последний вопрос по поводу цифр. Какая ваша книга была максимально успешной с коммерческой точки зрения? Трудно сказать. У меня есть три очень успешные с коммерческой точки зрения книги, но они постоянно переиздаются. У меня все переиздается. Очень хорошо всегда переиздавался роман «На солнечной стороне улицы». Всегда переиздается и очень быстро раскупается роман «Белая голубка Кордовы». «Русская канарейка» трилогия всегда переиздается. Ну, собственно, все всегда переиздается. Заканчивается тираж, его допечатывают. Вот. Тут, пожалуй, лучше спросить не о романе, а о серии. Потому что вдруг, например, придумывают такую серию. Там большая проза Дины Рубиной. Это толстые книги, все романы, например, толстые книги, замечательно изданные, на замечательной бумаге, красиво, с суперобложкой и так далее. И народу нравится именно вот эта серия. И они это покупают. Или, например, вдруг издают покетбук, все те же самые вещи, но книги распадаются, дешевая бумага, и издают перед летом, потому что весной, перед началом лета, потому что народ едет на дачу сажать картошку, покетбук должен быть небольшой, чтобы в карман плаща поместился, потому что они читают в электричке эту книгу и так далее, она распадается. И в следующий раз, особенно любители, а у меня среди читателей огромное количество именно любителей моих книг, они собирают даже одну и ту же книгу в разных изданиях, например. И они никогда не возьмут больше покетбук. Так что это, знаете, у американцев есть, это зависит, говорят они, у израильтян тоже говорят, это зависит, это не по-русски, сказать-то так, не по-русски, что зависит, от чего зависит, кто зависит, это зависит, но тут подходит. Вы уже написали свою главную книгу в жизни? Но если писатель считает, что он уже написал свою главную книгу, то писателю надо медленно нести в такой торжественной процессии на кладбище. Писателю всегда кажется, что главная книга впереди.
Если ему так не кажется, то ему пора, в общем-то, уже на покой. Ну, на покой так. Я не могу сказать, что прямо вот, вот в погребальной дроге. Ну, такой покой. Величавый. На пенсию. Величавый. На пенсии у писателя, к сожалению, не бывает. Он начинает пересматривать свои архивы, он начинает писать воспоминания, он начинает писать, знаете, кто-то называет это записки на манжетах, кто-то называет это «Ни дня без строчки», кто-то называет там еще как-то крохотки, я не знаю, там что-то такое. Но писатель, который привык работать и привык мыслить какими-то большими картинами, он всегда думает о большом романе. Большом романе. И тогда этот роман, он будет главным не только потому, что там какие-то главные люди в его воображении, в его судьбе, в его жизни возникают, но и потому, что они долго там живут, целые жизни, жизни, поколения и так далее. Дина Ильинична, у вас, правда, очень богатая, насыщенная жизнь, у вас очень много премий, у вас миллионы достижений. Ну, он ближе к делу, мальчик, да. Что дальше? А, дальше очень просто. У писателя все очень просто. У писателя просто. Дальше увлекательная работа над новой книгой, которая как бы предполагалась небольшой повестью, а теперь я вижу, что она вполне может быть большой повестью. Называться будет ужасно забавно «Маньяк Гуревич», потому что речь идет о совершенно очаровательном, замечательном, очень нежном человеке по профессии психиатре. Вот. И представлять собой будет такой, знаете, гирлянду миниатюр. Маленькие рассказики, маленькие такие блиц-истории. Вот тут как раз мы как раз говорили перед тем, как включились вот эти вот все, вся эта аппаратура, мы говорили про то, что человек сейчас с огромным трудом его можно запрячь в какую-то длинную сагу, но историю он слушает с большим интересом. Вот я повторяю, что вот я подкасты веду, называется «Дина Рубина по субботам», и я вдруг понимаю, что люди, которые пишут мне: «Дина Ильинична, а почему вот вы раньше каждую субботу, а теперь через субботу, мы там бы скучаем, там всякое так?» Ну, они скучают, потому что я рассказываю разные истории, забавные, как правило, потому что, знаете, трагедия редко когда умещается в рамки анекдота. Зато анекдот всегда может подняться до высот трагедии. Недаром во времена Пушкина анекдот вовсе не означал того, что означает в наши дни. Анекдот – это был просто короткий поучительный рассказ. Или не поучительный. Так вот, вот эта гирлянда диких историй, которые случаются с Гуревичем, сначала в городе Ленинграде 30 лет назад, сначала в детстве, в 60-е годы, вы потом и так далее, своего. И так далее. Да, я просто рассказываю, что я страшно увлечена. А когда человек увлечен, ну, поэт бы сейчас вам стал читать подряд просто эти четверостишия или там, не знаю, стихотворения, а прозаик просто говорит: чувак, будет хорошо. Будет интересно. А когда будет? Вот это уже плохо. Это вот, помнишь, когда шли на музыкальный экзамен? Во-первых, надо было старый тапочек положить на крышку инструмента. Это я первый раз слышу. Старый тапочек на крышку рояля или пианино, смотря что в доме стояло, что перед тем, как идешь на экзамен. Ну, обязательно, первый чтобы раз. Сыграть все пассажи, чтобы не сбиться. В пассаже. Вот. Вот тут никогда не называть сроки. Никогда. Это беременность, но она не заканчивается так, как беременность. Даже приблизительно. Я стараюсь, я пишу. Пишу, стараюсь. Но это как жизнь даст. Ну, я, по крайней мере, точно жду. Спасибо. Я, правда, буду очень ждать. Спасибо. Коротенький блиц, 5 коротких вопросов под конец. Это мне никогда не удавалось. Да, тут, собственно, все очень просто. 3 лучших писателя для вас. Антон Павлович Чехов, Набоков. С третьим труднее, он скользит все время. Не могу назвать.
Три лучших писателя для вас, живущих ныне, из тех, кого вы все-таки читали, и все-таки из тех, с чьим творчеством вам приходилось. Не могу сказать. Это все очень неудачно, потому что не могу сказать. Каждый раз это меняется. Каждый раз. На данный момент. Вот, на данный момент с большой радостью перечитывала Войновича. Очень люблю Искандера. И очень люблю зарубежных современных писателей, британских. Сейчас читаю с огромным удовольствием Джулиана Барнса. Очень тонкий, очень изысканный писатель британский. Люблю. Самый красивый город мира? Венеция, конечно. Все-таки Венеция? Конечно. Пальмы или чинары? Только чинары. Пальм вообще нет в моем мире. Их просто не бывает рядом. Я их не вижу. Ну, они вокруг нас. Не вижу. В Африку мы не договаривались ехать. И финальное. Кто ваш кумир? Не сотвори себе кумира. Нет, этого не бывает. И никогда не было? Всегда был Антон Павлович Чехов как человек. Знала наизусть его письма и так далее. Но я уже очень много раз об этом говорила. Сейчас я уже в том возрасте, когда кумиры не нужны. Не потому, что я сама себе нечто значимое и так далее. Нет. Совершенно не поэтому. Я понимаю, как это хрупко. Кумиры меняются всегда. Это скользящие сущности для каждого человека. Дина Ильинична, у нас есть небольшой конкурс. Мы хотим одному из наших зрителей и ваших читателей разыграть ваш новый роман. Это роман «Одинокий пишущий человек», который вышел буквально... Пару месяцев назад. Если можно, вы ее подпишете. С удовольствием. А конкурс заключается в следующем. Предложите, на ваш взгляд, персонажа, который мог бы стать главным героем одной из книг Дина Рубина. Напишите это в комментариях под этим выпуском. Я всегда собираю любых типажей. И эта книга уйдет в любой конец земного шара с автографом Дины Ильиничны Рубиной. Пожалуйста, перейдите. Ну, хорошо, что не вселенной. Нет, вселенной пока нет. Вот так. Иерусалим я пишу. Иерусалим. Это было шоу «Без цензуры». Меня зовут Юлия Мрайс. Мы были в гостях у Дины Ильиничны Рубиной. Спасибо вам еще раз. Мы на связи. Увидимся.